Еще один Дима стул. Делает картину. Всем привет, с вами канал Артмания. Картину ты делаешь, да? Да. Такие вот у нас есть наклейки, выпуклые, прикольные, кстати. Вот он его ест. Динозавр колобка ест. Да. Тут разные динозавры у него. Это... Ну, хорошо смотрится. Кстати. Он же не попал. Всех колобков-то, наверное, клеит. Всех, что они закончились? Нет, не всех, наоборот, еще картины сделаешь потом. Повесим. Нарисуй небо, солнышко нарисуй, травку подрисуй. А вот этот колобок завалился под землю. Да? Да. А что он тебе там показывает, этот колобок? Смотрите. Он показывает, окей. О, как дела? Окей. Да? Угу. Куда же его наклеить? А вот этого колобка везет просто. Динозавр его везет. Угу. Просто везет? Да, а вот этот динозавр ест. Целая прям композиция у тебя получается, да? Так, всем привет! С вами канал Артмани. Смотрите, отдаю вещи, ну кроме этого рюкзака, конечно. Он поддерживает просто. Здесь мое старое одеяло, а еще советское из верблюжьей шерсти из Казахстана, которому много-много лет. Вот, здесь у меня все баночки, и тут всякие разнообразные вещи, типа слюнявчика. Отдаю все это, забирает группа специально. Дима, забирает специальная группа, есть ВКонтакте. Вагон называется, я покажу сейчас. Они приезжают, больше двух сумок забирают. И там уже раздают кому надо, кому-нибудь там, может быть, нужно, кому-то там, ну, нуждающиеся. Если что-то остается, то потом они будут продавать. Видимо, они открылись прямо вот буквально недавно. Вот, кстати, очень классно, потому что отдать бесплатно у меня не получилось. Вот, а они приедут. То есть вот так вот, допустим, остается вам в наследство квартиры, да, разгребать вот это все на помойку, выносить, раздавать. Это все очень долго. Хоп, позвонил, приехали, забрали. Забирают бесплатно. Давайте, я думаю, не дают, наверное, за вещи ничего. Посмотрим. Расскажу все потом. Ну, навряд ли. Представляете, так 100 человек, 100 шоколадок. Ну, посмотрим. Играем. Так, играем. А кому я денег-то должен? У кого? Считай. Я уже Диму украл. Ну, считай. Конечно, счет. Я это читать не буду. Надо. Я на русский переведу. Папа. Их поручился с мамой. Украл кошелек от Атани Евгений. На. Чего на? А на. Штраф 1000 рублей. Ну. Владимировна. Чего? Чего? Взимается. Взимается штраф 1000 рублей. Плюс. Чего? Взимается. Что еще? Ну а ты читай. А, термос. Какой нет. Еще термос? Я так. Термос не брал. Танец. Выступаем мы. Танец. Чего? Ты, ну, я за деньгами пошел. Ну что, их разрезать, что 1000 рублей решил? Пополам? Или на четверть ты решил ее порезать? Чего? Вы пьяны, что ли? Атапин? Ты пьян? Я смотрю. Нет, ты мне давай настоящие 1000 рублей. А заявление карандашом написано? А ты мне сам дал карандаш, могу ручкой. Сейчас я маленький. Ты все равно с трудом прочел. Сейчас я штраф нарисую, подожди, штраф нарисую. А у меня ты все равно прочел только с 5-го раза. Какая разница, ручкой или карандашом? Нельзя сюда захотеть. Да, нельзя. Че, деньги рисуют, да? Так, не мешай, то мне... Штраф тебе за рисование денег. Вообще рисовать деньги запрещено законом, кстати. Так что с тебя еще 1000 рублей, а с того уже 5000. Понял? Слышь? Ага. Штраф.
5000 у тебя. Козявка. А, Дима, ты куда пошел? С пивом. Я? Да. С сумочкой, с пивом тут ходишь. Ты куда собрался? Я? На пикник, что ли? Шашлыки делать? Да. На шашлыке, а где мясо? Мясо-то где? Мясо. С пола, что ли, ты поднял мясо и положил как будто? Ам, ам, ам.